привозили по дроны, пришел такой запрос, а можно ли сделать так, чтобы летало дальше, летало выше и было более устойчиво к рыбу. Поэтому мы делаем наблюдательные разведывательные дроны, они оснащены масс-камерами, камеры разные есть там, но при этом мы оставляем свободное место и запас по весу, а уж там на зарине боевого соприкосновения, ну, ребята чем хотят могут загрузить. Народные гостевые средства для организации не боевой. Гражданские люди по закону не могут производить военную технику. Ну а даже бытовой китайский квадрокоптер, который массово отправляют бойцам мировоздушные россияне, это главное сражение. Чтобы эти птички выполняли всю работу на приближение нашей победы. Я бывший обучаемый умудрился мавиком сбить для жизни, которая этого большего класса, более быстрый, более дорогой и так далее. Залетел в хвост и посадил меня. Хобби политолога и писателя Алексея Чедаева – съемки с квадрокоптера. В этом месте мастерства гонялся в горах за парапланами, запускал дрон с яхты во время сильной качки. От начала МСВО на Украине неожиданно для себя стал волонтером-инструктором для операторов беспилотников. Сразу после 24-го, еще не думая, на рефлексе отдал сначала свои все дроны, которые тогда у меня были на АПРОН, потом с знакомых собрал, и я понимаю, что, в общем, у меня там добил эпизод, когда они попытались, только что прислал я со всеми включенными датчиками, он пищит, ни на какие стихи не реагирует, они мне звонят в панике, и говорят, что типа, а он у тебя точно работает, ты проверял? Я говорю, а вы в каком режиме поняли? Ну, я понял, что они просто, ну, вот мы шлем довольно дорогие девайсы. И потом мне знакомые подтвердили, что да, но 10% дронов теряются в первом-втором полете. И я понял, что, в общем, просто отдавать дроны мало, надо учить. Алексей собрал...